У Гомельской области сегодня распочалася вакцинация от коронавирусу. Поступила первая партия, якая налічвае 4365 доз. У первую чергу иммунизация предугледжена для медицинских работников. У ближайшие тыдні прищепки от коронавирусу станут доступными и для інших категорий насельництва, якія уваходять у группу ризики. Дмитрий Котов протягне. Новая вакцина размеркована по 5 регионах. Это Мазырский, Калинковицкий, Ветковский и Шашерский районы, а так само город Гомель. У ближайшие тыдни шакаются шарговые партии, которые будут размеркованы у иншие территориальные центры в области. Учитывалась еще логистика доставки самой вакцины, потому что транспорт требуется специализированный. При доставке вакцины используется сухой лед. Вот, поэтому выбирались пока эти регионы. Медицинские работники, которые будут проводить вакцинацию, прошли специальное навучание. Необходную проверку прошло так само холодильное обсталявание. Вакцина специфичная, ее необходимо заховывать при температуре минус 18 градусов. У Гомельскую область поступили прищепки российской вытворчести с подорожник ВИ. Усяго 4365 доз. Вакцина прошла клиничные выпробования и, по словам специалистов, добро себе зарекомендовала. Иммунизация предугледжвае двухдозовый режим. После первого введения необходимая повторная праз 21 день. По словах ректора Гомельского медуниверситета Игора Стомы, это инновационный подход, який поспел подтвердить свою эффективность. Игорь Стома, до речи, разом с головным санитарным врачом в области Сергеем Белым прищепился одним из первых. Каже, сомнений не возникало ни разу. Тот вектор, в который введен генетический материал коронавируса, это безопасный вектор. Он не в состоянии навредить пациенту, который получает данную вакцину. Что еще очень важно подчеркнуть, на сегодняшний день именно этой вакциной проводится массовая иммунизация в России. И по тем данным, которые мы имеем, риск тяжелых нежелательных явлений минимален на сегодняшний день. Однако медики отмечают, супротивопоказания для вакцинации от коронавируса існуют. Это у первую чергу в острая фаза захворывания на респираторные инфекции. Так само нельзя робить прищепку, коли человек только перехворел коронавирусом у тяжкой форме. Перед процедурой медики повинны обовязково оценить стан здоровья. Масса идет звонков, и вот ко мне на прямую линию, и на личный прием граждан, когда наши граждане города Гомеля интересуются, да когда же вакцина будет доступна для всех. Поэтому в этой связи я хочу сказать, что сейчас, чтобы те граждане, которые желают уже сейчас привиться от коронавирусной инфекции, более того, ряд руководителей предприятий, которые волнуются за свои коллективы, с такими обращениями поступают. Поэтому, коль к нам первая партия вакцины поступила, и в последующем поступят все остальные партии, поэтому ориентир – это, пожалуйста, территориальная поликлиника по месту проживания, отделение профилактики. Обращайтесь с заведующим отделением профилактики, вас запишут в лист ожидания, скажем так. После иммунизации медиков на чарзе наставники. У свободном доступе для насельництва вакцина по ориентованных терминах Министерства охраны здоровья з'явится у красавіку. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».